Привет, вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю третью серию моего сериала «Переезд». И перед началом видео не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Что, поехали! Так, что ж, сестренка, пойдем в наши комнаты. Давай, я думаю, сначала посмотрим твою комнату, а потом я посмотрю свою. А, мисс Рарити, извините, я понимаю, что вы, наверное, сейчас заняты. А, да нет, мы хотели как раз комнаты посмотреть. А, да, как раз по поводу ваших комнат и вообще всего такого. А, я думаю, вам надо побыстрее пойти в ваши комнаты, переодеться. Ну, у меня только эта юбка. О, думаю, тогда ваш отец будет не против, если мы потом съездим в магазин и купим вам еще каких-нибудь, не знаю, платья, а то вы же все же принцесса. Ну да. Тогда заселяйтесь в ваши комнаты и поднимайтесь наверх, вас будет ждать обед. А, да, конечно, сейчас пойдем. Идем. Мне кажется ли это слишком маленькая комната? Ну, я маленькая, думаю, для меня это будет нормально. Да, но все равно, мне кажется, папа слишком маленькую комнату подобрал. Я думаю, ты будешь не против, если кошечка будет со мной жить? Я не против, потому что, мне кажется, да, она тут не вместится. Да, тогда ты тут заселяйся, я сейчас тебе кроватку принесу. И твою игрушку любимую тоже принесу. Хорошо. Так, вот твоя кроватка. Я забыла твою любимую игрушку. О, нет, прости меня. Ну, ладно. Ты не обижаешься? Нет, я не обижаюсь. Правда, прости, я не хотела. Ну, ничего, папа же сказал, что мы потом по магазинам пойдем. Может, он нам что-нибудь купит. Да. Спасибо, что не обижаешься. Да ничего, я буду пока что тут комнату, так скажем, осматривать. Хорошо. Я тогда пойду с киской посмотрю мою комнату. Не хочешь со мной? Ну, давай, пойдем. Пойдем. Ух ты, а у тебя комната побольше. Тут довольно-таки просторно. Да, я согласна. У тебя тут какие-то цветы, книжка, пианино даже есть. Интересно. Да, но как-то тут мрачноватенько. Ну, знаешь, у тебя хотя бы побольше комнатка. Ну да, мне еще и жаловаться. Так, ну, думаю, мы тут поживем все равно месяц, так что, думаю, особливо мы тут не будем привыкать к этому месту, да? Ну да, потому что я уже хочу домой. Поверь, я тоже хочу уже домой. Хм, а если по-честному, то что это за книга? Я никогда таких книг не видела. Надо будет почитать. Ты же не любишь читать книжки. Но поверь, эта книга что-то, мне кажется, довольно знакомая, но я таких давно не видела. Мне кажется, что это какая-то старинная книга. Что-то, мне кажется, я помню, мама говорила про такие книги. Ну, мама много про какие книги говорила? Нет, это какая-то особенная. Ладно, думаю, потом ее прочитаю. Да. Да, книжка. Вот, все. Да, тут не так уж и много мебели. Ваше Величество! И Ваше Высочество, подойдите, пожалуйста, наверх. Вас ждет обед. Нас уже ждет обед. Ну что ж, пойдем. Дядя, пойдем. Так, идем. А то нас уже звали. А как ты знаешь, у папы какие-то правила, что нам нельзя ослушиваться. Так что идем. Да, только надо дверцу закрыть. Да, сейчас закрою. Так. Вот, закрылась. Котельки, но у нас нет времени. Котельки, покачай меня. Ну ладно, хорошо.
Ух ты, а я и сама сюда могу поместиться. Прикольно. Да, прикольные котельки. Уху! Здорово. Ау! Я упала. Ладно, мы и так уже достаточно покачались. Думаю, нам уже пора. Ну ладно, да, что потом еще покачаемся. Вот именно. Идем. Давай садись. Ай, я упала. Садись, садись ко мне. Садись. Поехали. Ой. Тебе это тоже не показалось, что если случится смех? Мне кажется, тебе показалось. Да. Мы идем. Это... Ты в порядке? Да, идем. Что ж, идем. А мисс Коко, мы пришли. О, девочки, как раз вовремя. Вот, все готово. Смотрите, какие вкусные кексики. А, это те, которые нам папа заказал, да? Да, можете их покушать. Почему тут только одна чашка? Простите, я не знала, любите ли вы, ну, вообще хотите ли вы пить, поэтому положила одну чашку. Но у меня здесь бутылочка, как бы все равно тебе понадобится только одна чашка. Точно, пойду сейчас сбегаю за чашкой. Не стоит, давайте я схожу за ней. Почему? Я быстренько вниз схожу. Не стоит, не стоит. Я сама схожу. Да, будет правильно. Так. Вы что-то скрываете? Ваше Величество, ни в коем случае, конечно, ни в коем случае. Просто так будет лучше, а то вы еще будете ходить, тратить свое время. Нет, я схожу, где она находится. Да, у меня в сумочке внизу. Ну вот, я мигом сейчас схожу, мигом. Да. Флорихард, а тебе не показалось, что она как-то себя странно повела? Нет, мне тоже это как бы показалось, что она себя странно ведет. Может быть, она что-то скрывает и от папы, и от нас? Возможно, но только что. Я не знаю. Но я думаю, что нам предстоит это с тобой узнать и нарушить немного правил. Я согласна. А, Ваше Величество! Что с вами, Ваше Высочество? Ничего, я просто подавилась. Я не нашла вашей кружечки, но нашла вот такую маленькую чашечку. Думаю, вы будете не против. Вот. Поставлю сюда пока что. И вы не против, если я тут с вами поем? Да, конечно. Я тогда вот здесь стану. А, падаю. Мисс Коко, очень вкусно, правда. Вы, конечно, извините. Мы просто, когда гуляли по замку, услышали чей-то голос. Что, простите? Какой голос? Этого не может быть. Но вы еще просто так себя странно ведете, и вы ничего не можете от нас скрывать. Простите, но нет, это невозможно. Но вы так странно себя ведете. И этот голос, будто бы женский смех. Я не знаю, но меня это пугает. Вы точно ничего не скрываете? Я вообще, а ну-ка, живо в комнаты! Вы уже поели, а ну-ка, живо в комнаты!
Но я сказала, живо в комнаты, или я все расскажу вашему отцу. Но... Так, девочки, вы должны меня слушать. А ну-ка, живо в комнату. Да, конечно. А можно взять кекс? Да, берите, только идите в комнаты. Все, хватит. Ну, ладно. Так, давайте помогу. И кексик. Так, а ну-ка, живо в комнату. Да, конечно, да. Фу, так, мой кекс. Зато у меня хотя бы будет еда и маленькая чашечка. Да. Но мне это кажется странным. Она точно что-то скрывает. Но я хочу узнать, что. Я это узнаю. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет следующая серия моего сезона. И всем пока. Пока. Пока.